Кто видел такой Samsung? G313HU он называется. Центр просто для H, когда включаешь HU. Что-то я даже не знаю такой модели. Попробуем в рекавери попасть, чтобы графический ключ сбросить. Плюс дом где-то там и питание. Плюс дом и питание. Держим три клавиши, экран загорится, питание бросим. А плюс и дом держим. G313HU. Who is it? Странная модель. Так, ждем, зеленый робот, нажимаем питание, или дом, или питание зажать, и коротко нажать вверх. Ну ты чё? Питание вверх. Надо, ребята... О, включился. Если что, надо подождать, может, просто я поторопился. Я даже не знаю, если честно, что здесь вообще за прошивка, есть ли здесь kill switch. Так, wipe data factory reset, и строчка yes. Значит, версии, не знаю, андроида, поэтому давайте все-таки обговорим. Если у вас Android 5.1 и выше, нужно выйти из двух учетных записей Google и Samsung в настройках. Если не сделаете этого, после сброса он у вас их попросит. И это будет кирпич, если Samsung, например, не знаете. ФРП-то еще можно снять. А так лучше с этим не связываться. У меня есть на канале плейлист ФРП Google, но вы помните, что вы без документов ничего не делаете. Берете с человека, ну, из разблокировки, документы, там, чек, гарантийник, где будут какие-то серийники телефона. Все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Связываться с этим нельзя. Все удалится, аппарат должен быть заряжен, если сброс не помогает, то гуглите прошивку. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала по листе «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.